Сегодня начало лета, 1 июня, День защиты детей. Именно поэтому мы решили провести для вас детскую интеллектуальную игру. Имя этой игре – «Мозгобитва». Обычно организаторы проводят подобные игры в ресторанах и кафе, но в День защиты детей решили опробовать новую площадку – фудкорт в ЦУМе. И не прогадали, на участие записалось 11 команд. Принять участие может любой желающий. Вопросы рассчитаны для детей возраста от 7 до 12 лет. Но мы писали о том, что принимать участие могут и семейные команды, где дети отвечают на вопросы, родители отдыхают и проводят классное время. Родители тоже охотно принимали участие. Вместе с детьми они угадывали мультфильмы по отрывкам, среди которых были и советские. Вопросы рассчитаны так, чтобы над ними поломали голову дети в возрасте от 7 до 12 лет. Скажи, пожалуйста, часто бываешь на таких интеллектуальных играх или сегодня в первый раз? Первый раз. А сколько тебе лет? 9. В интеллектуальных играх часто принимаешь участие? Нет. А сколько лет? 9. Сегодня интересно будет, как думаешь? Да. Сегодня будет интересно, как думаешь? Ну, наверное, да. А тебе сколько лет? 9. Учишься где-то, да, уже? Да, в школе. В каком классе? В третьем. На какие вопросы, думаешь, легко будет отвечать? На больше, чем половину. А пока на третьем этаже дети отгадывали мультфильмы, на первом со своим представлением приехала студия детских праздников «39-е царство». Мы с вами этот шарик попробуем опустить в азот и посмотрим, что же произойдет. Организаторы проводили химические эксперименты с азотом, наглядно показывая и объясняя детям, как он действует на те или иные предметы. Центральный универсальный магазин в тот день стал центром притяжения детей со всего города, а развлечения получились еще и полезными для юных умов. Евгений Шаров, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.